Кто подделывает паспорт с открытой дверью? Всегда так делаю. Вот удостоверение личности. Сможешь заменить фото и дорисовать печать? Думаю, да. Хорошо. У вас остается одна комната. Остальные уже не ваши. И вам нельзя приглашать гостей, понятно? Только не шумите на лестнице, а то у нас соседи нервные. О чем вы только думаете? Может, одолжим себе форму? Ты шутишь? Герр Шонхаузен, вы потеряли бумажник. Вечно я все теряю. Буду бегать за тобой. Вдруг ты еще что-то потеряешь. Ты вообще в курсе, что в Берлине есть женщины, сдающие нелегальных евреев в гестапо? Если вдруг однажды утром в твою дверь постучит гестапо, я бы настоятельно тебя просил повеситься. Понимаю. Не смей даже смотреть на других женщин. Вдыхать их запах. Да. Хорошие подделки — это маленькие произведения искусства. С тобой опасно. Не делай этого. Мы не прячемся? Это именно то, чем мы занимаемся. Герр Шонхаузен, за то, что вы тут устроили, вас могут расстрелять. Это мимикрия. Некоторые животные перенимают форму и окрас хищников, которые на них охотятся. Фальсификатор. Просто плетите людям то, что им хочется слышать. Гитлер в этом здорово преуспел.